Як дожди зеленые, вода во двор, льется в огороды кругом. Валентина Бритова, жительница дома 71 по улице Центральная, возмущена. Она показывает фотографии, на которых видно, что во время проливных дождей вода застаивается на обочине и, по ее словам, стекает во двор. А проезжающие по Центральной улице машины опять-таки во время дождей съезжают с асфальтированной дороги на обочину, пачкают забор и доставляют неудобства. Когда идет дождь, вода льется вот самое, через верх во двор и пошла туда в огороды. Обращалась в сельский совет, помощи нет, они сказали, мы не в состоянии помочь. Пусть, говорят, стразают эти дороги, уже, чтобы понасыпали, и тогда не будет этой воды. Потом обратилась в ЖКХ, в Солигорск ЖКХ, а потом от Солигорска обратилась к генеральному директору Минской области ЖКХ. Все. Прошу, помогите. Поясним. На имя генерального директора Минской области еще 2 года назад было написано коллективное письмо от имени местных жителей, в котором говорилось, что больше 10 лет здесь практически круглый год стоит огромная лужа. А поток большегрузной техники разбивает и без того уже поврежденный асфальт, образовывая выбоины. ЖКХ отреагировала, рассмотрев данное обращение еще в октябре 2018 года, выполнила ямочный ремонт дороги. А также в письменной форме уведомила, что для решения вопроса по поднятию заниженного уровня асфальтного покрытия участка улицы Центральная будет составлен дефектный акт и передан в службу заказчика для включения в план-график текущего ремонта. Который год наблюдаем одну и ту же проблему. Со всей улицы, когда сильные ливни, со всей улицы, так как здесь яма, низина в асфальте, все люди в округе поподсыпали себе улицы, подъезды ко дворам, и вся дорога, вся вода со всей улицы стекается именно к ним во двор. Хотелось бы решить эту проблему, потому что действительно во дворе не пройти, когда очень сильный ливень, то есть вымывает полностью все. Как пояснили нашему каналу в ЖКХ «Комплекс», в данной ситуации никаких нарушений по укладке асфальта нет. Дорога выполнена согласно проектно-сметной документации. Дворы находятся выше дорожного покрытия для исключения движения воды на территорию дворов. Асфальтное покрытие поднимать специалисты не будут. Что касается ямочного ремонта, на данном участке дороги улицы Центральная до конца года он будет выполнен.